Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем наши будни, как мы ездили прощаться с нашей учительницей по музыке и как мы готовили наш дом и наш двор к большой городской уборке. Детки нашли что-то интересное в гараже. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем вам, как мы готовились ко Дню мамы. И в конце мы споем для вас песню. Оставайтесь с нами. Сейчас мы забрали деток со школы, и мы куда-то едем. Мы едем с девочками, только Ангелиночка и где-то там Маргариточка. Да. Так, Ангелиночка, скажи, куда мы едем? Мы едем учительницы на пианино. И мы поедем туда, потому что мы хотим ей сказать до свидания, потому что она moving. Уезжает. Уезжает, да. И мы эту розочку... Погромче. И мы эту розочку подарим ей. Ага, я думала, что эта розочка настоящая, хотела ее в воду поставить, оказалось, что она пластмассовая. Покажи ее еще раз. Пошли прощаться. Oh, hello, pastor. Мы будем очень скучать по нашей учительнице. Они с мужем переезжают во Флориду, далеко-далеко от нас. И девочки решили попрощаться, okay, сфотографироваться на прощание. Да, прощайтесь. А сейчас я хочу показать несколько моментов, которые мы переживали вместе с нашей учительницей, как она нас принимала и как занималась с девочками. А для меня учительница приготовила, как всегда, кофе. Вот она всегда помнит обо мне, вот всегда. У Маргариты пока нету урока, она на столе репетирует. Мне нравилось то, что наша учительница была не просто педагог, но она была хорошим другом, как бабушка такая вот, и кофеек, и конфетки что-то для нас делала, и развивала в девочках любовь к музыке. Привет, дорогие друзья! Меня сейчас дети отправили, сказали: мама, куда-нибудь уезжай, потому что они хотят что-то приготовить для маминого дня. И они сказали: мама, хоть куда едь, хоть в кафе, хоть в магазин, но чтобы тебя не было около дома и рядом с домом, мы не хотим, чтобы... В общем, они там какой-то сюрприз готовят, и мне нельзя подглядывать. Так что я сейчас поехала, не знаю, может быть, в магазин съезжу, погуляю чуть-чуть. И я поехала в строительный магазин «Минардс». Там продается все для стройки и все для огорода. Именно туда повернула моя машина. Я взяла вот такой вот горшок. Здесь базилик, орегано, здесь, как он его зовут, укроп. Здесь также можно большие деревья купить. Нашла я какой-то красивый кустарник. Вот он такой, и он цветет к осени. Но стоит, я вам скажу, $49. Такие розы я нашла красивые. Какие красивые, 24,88. Нравится гулять по Минардсу. Он такой успокоительный магазин. Вот. Я не люблю гулять, где вещи всякие. Люблю гулять, где растения всякие. Вау, а это какой красивый, смотри, с большими цветами. Так, надо Лёше сюда, в этот магазин, и что-нибудь выбрать. А это что такое? Тоже магнолия какая-то красивая. Сегодня мы начинаем уборку в гараже. Вот этот вот... Сейчас, Дженни, подожди. Вот этот вот, все вот это, то, что мы привезли со старого дома и не смогли там выкинуть, нам нужно будет выкинуть вон туда. Да. А вот эта девочка маленькая, она сказала, что она пиджама-герл.
Она одела свои домашние тапочки, она одела халат. И у нас какие-то жуки здесь летают. Видите их? Но они людей не кусают, мне кажется. Они какие-то комары такие. Ну, их так много. Окей, все, давайте. Мама, смотри. Да, молодец. Давай, я тебе буду на тачку на эту класть, и ты будешь к дороге отвозить. Ну давай, Кэти, последний раз, скорее, бегом, бегом. Дженнифер, отойди с дороги. Да, тут какая-то прям стая этих комаров. Все, работа продвигается. Все несут туда всякий став. Мы уже к дороге выставили старые столы, доски, тряпки. Маргарита, что случилось? Ангелина нашла моя сушинг-бокс. О, видите, мы разгребли все, и оно было прямо на самом дне. Вот наши байдарки здесь стоят. Мы все выкидываем, выкидываем, выкидываем. Скоро наш гараж будет чистый. Так, дети нашли там лестницу на чердак. Во, вот такая аккуратно. Фонарик хотя бы возьми. Она его домой, наверное, отнесла. Это наш attic в гараже. В общем, ничего здесь нет на чердаке, просто пустой чердак, но для деток это было так интересно. Какое-то такое вот потайное место. Дженнифер, куда ты пошла? Забрать цветочки для чего? Для мамин день. А я сегодня закрываю здесь. Хочу вам показать. Смотрите, здесь гладиолус один у нас вылез. Ой-ой-ой, не трогай его. Здесь пока пионы молчат. А здесь у нас что, георгины? Георгин там один ползет. Дженни. И у Дженнифер здесь вот тоже. Угу. Ты рада, что у тебя цветочки вылазят? Да. Сейчас мы это закроем, потому что сегодня у нас на улице ночью будет почти мороз. Я их закрываю вот этой черной пленкой. А утром открываю. Помоги мне, Дженни, держи эту пленку. Там Джанел у нас убирает листья. Привет, Джанел. Сегодня очень много все работают. У нас уже все чистенько. Вот здесь столик сейчас мы уберем. Здесь уже весь у нас, вся территория чистая. Сегодня у нас хороший ветер, поэтому река очень чистая. Сейчас вам покажу. У нас вот есть вот такой вот сарайчик. Здесь открываются вот так двери, и у нас здесь, сейчас я не знаю, если вы видите, здесь байдарки хранятся, вот этот снег, которым, и посмотрите, здесь какая есть, видите, вот здесь сделал хозяин такую перегородку, куда можно ставить все лопаты, все грабли, так удобно, очень удобно. Вова у нас еще вот сюда положил, наверх, на потолок лопаты. Лопаты, лопаты. В общем, это такой сарайчик у нас здесь. Вот, здесь у нас бочка стоит водяная. Можно ее потом куда-то тоже приспособить. Здесь горшочки. Это все от старого хозяина. Здесь у нас стоит копалка. Это когда мы огород будем делать. Вот, так что такой вот у нас вот сарайчик здесь. Он присоединен... Ой, он присоединен сзади гаража. Вот здесь гараж начинается. А здесь вот такая вот у него дверка, она закрывается. Это последняя тележка, которую мы выкидываем. Мусор всякий, коробка, драный стул плохой. Нелечка там уже подметает. Сейчас покажу вам наш порядок в гараже. Нелечка уже все здесь убрала. Поставили велосипеды ровно. Здесь вот только осталось несколько кучек мусора. Сейчас она все уберет. Вон она как приспособила, все повесила здесь. Эти скутеры все повесила.
Тебе нравится порядок? Да. Нелечка тоже тут все организовала, ровно поставила все моющие средства, масло для машины. Вот этот куст, который я купила, надо будет завтра посадить. Вот с такими вот snowballs. Все, пошла я отвезу последнюю тележку и все. Пойдем уже ужинать домой. Сейчас наши еще мужчины приедут, они поехали в магазин. А сейчас мы объявим Юлию Кирневу победителем конкурса лайков. Ее лайк был под номером 40. Мы вас поздравляем, ждем ваш адрес на нашу электронную почту. И мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек от нашей семьи. Большое спасибо всем за лайки, за комментарии. А сейчас мы продолжим наш влог. Мы вот с Вовой приехали с магазина. И очень скоро будет прекрасный праздник для мамочки нашей, для моей женушки, для Вовиной маме. Лидочки нашей дорогой. Мы купили букетик цветов. Да, сынке? Да. Ты любишь мамочку? Да. А я люблю мою женушку. Сынок, so ну давай ты подари. Ты, это ж мамочка. Да, а я сниму, я сниму. Еще тебя тоже. Ма. Ма, спасибо. А это что такое за произведение искусства? Хорошо, убивай. Мы с брате, вот сейчас были в магазине. Он хороший брате. Ага. Он такой хороший, брате, мой другой. Короче, он сказал, говорит, когда вы будете возле костра сидеть, и если вдруг комары прилетят, что Вова будет делать? Вот так Вова будет делать комарам. Ребята, серьезно, там электричество такая штуковина, батарейки засовываешь, ты так проводишь, и все комары, которые попадаются, они сразу... А если рукой туда? Превращаются в прах. Что? Рукой дотронуться, рукой. Не надо рукой. Нет, там две батарейки, это для человека не страшно. Это только для комаров. Это вот много висит в этих самых, как их называют, в компаниях больших. Вот так заходишь, на двери, и там они все сами залетают. И... Простите, пожалуйста. Пока мы с Вовой ездили, да, Нелечка с мамочкой, она трудилась. Ну, и все тоже она девочки. Была уставшей, другие девочки. Вот Нелечка умница, она устала. Она сегодня целый день работала, там помогала друзьям нашим. Но она очень много убирала. Но она сделала в гараже порядок. Посмотри, ты посмотри. Я пойду сейчас смотреть. Она очень хорошая девочка, добрая такая. И очень, как помощница хорошая. Внимательно, спасибо тебе. У нее был выбор, поспать или пойти в гараж брать. Да, я помню, она еще голова болела. Но она молодец. Спасибо тебе. Да, да, сейчас. Орел большой. А, кто это? Кто это? Орел. Какую красоту навели наши девочки с мамочкой. Спасибо вам большое-большое. Велосипеды теперь стоят, все красиво повесили, все убрали, все прямо аж, все. А вот тот холодильник, Лидочка, пока его еще там доводит до конца, нам подарил наш братишка Миша с Чикаго. Михаил, Елена, обнимаем вас крепко. Для нашей семьи он очень пригодится, он большая семья, и мы летом там будем тоже что-то хранить. Спасибо! Спасибо. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Надеемся, что оно вам понравилось. В следующем влоге мы покажем вам, как мы косили большой наш участок на нашей большой косилке, как мы работали всей семьей и как мы готовились к празднику Дню мамы. Мы покажем песни, покажем наше общение. А сейчас мы хотим для вас включить небольшой кусочек одной из песен. Пусть вас Бог благословит. Всего хорошего. До свидания. Который дал тебе Христос, Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви Он всем принес. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца.